Всем привет! Вы на канале Crypto Commons, не финансовый. Совет, разумеется, и мы начинаем этот стримчик спонтанный в связи с тем, что мы видим, ребята, на рынке что-то происходит. Мы видим, как на рынке шевелятся активы. Кайф? Скажите мне. Е-е-е, ребята, ставьте лайк, если вам тоже это нравится. Биткоин пробил только что, буквально. Буквально только что, когда я это запускал, биткоин пробил 70 тысяч US долларов или тезеров, или как хотите. Поэтому запускаем конфетишки. Да, Грини не то чтобы еще прям очень доволен. У Грини все еще много сделок в минусах. До сих пор не вышли из просадки альты. Вот вам лишний раз пример того, что да, доминация может продолжать тузамунить, и никто никому ничего не должен. Поэтому лонг по биткоину на пол битка мы взяли с вами вместе на WSOT на наших предыдущих стримах. Слушайте, а прикольно, кстати, почитать поддапчик. Я могу зачитывать ритмичнее гораздо, мне кажется, темы, и вы будете больше и лучше в них вникать. И все понимать. А может быть и нет, может быть наоборот, кому-то будет слишком сильно мешать музыка, потому что она же такая, тем более, расслабляющая. Растаманская, как тут один у нас писал, товарищ по имени Матрикс в чате. Вот, а так-то в целом, конечно, хорошо, что мы видим какие-то движения. Поэтому давайте вместе не будем расслабляться. Но и напрягаться тоже. В смысле, нет, не будем напрягаться, да. А как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь. Не будем расслабляться, в смысле, сильно залипать, а будем делом заниматься, а не просто так языком чесать. И если вы за этот план, то тоже ставьте лайк. Тем более, что у нас с вами происходит сейчас какой-то критически уязвимый момент. Я могу вам это не показывать. О, видите, подписались, молодцы. Просто реально идут отписки. Было 400, уже было 102400 нас с вами недавно. Видимо, произошел откат отписок. 200 подписалось, 20 отписалось. Поэтому, друзья, давайте вместе поднажмем. Это нам очень надо, важно, и не только нам, но и вам. Чтобы мы вместе пампили свои сумки в долгую. Только в долгую, ребята, только ходл побеждает, как мы с вами видим и знаем. И как тут еще это, ну... Капец, вот так вот все мемкоины закончат. Поэтому, друзья, дисклеймер еще один. Вылезайте из своих щитков, пока не поздно. Да, какие-то могут выдать сотни иксов, но их будет единица, а тысячи соскамятся, поэтому нахрен. Биток только что пробил 70к, Дэн Хелд сообщает. Классный, кстати, чувачок, биткоин-энтузиаст, йоу. Всем привет, кто в лонге, кто тузамунеры. Вот эту тему мы вчера в телеге для вас перевели специально. Как вам? Вы заценили? Почему всегда вот так происходит на крипторынке? Ну почему всегда все происходит одним и тем же вот таким вот образом, друзья? И наша с вами задача быть на правильной стороне, не вместе с этой толпой. А я вам объясню почему, если вам интересно, у меня есть на этот счет своя точка зрения. Я вчера в телеге писал. Да потому что они, эти толпа, обязаны выйти через вот эту дверь. Сейчас слушайте внимательно, вдумайтесь. Они обязаны будут выйти через вот эту дверь, когда это уже будет дном. Следующим. Купив, точнее, продав нам с вами в 4 раза дешевле. И, внимание, продав нам с вами из будущего в прошлое. То есть мы сейчас с вами... Ребята, это очень важная мысль, вдумайтесь. Вот почему нужно, чтобы вы были подписаны к нам в телегу, потому что там мы чаще общаемся и приходят крутые мысли в голову. Вдумайтесь даже еще раз, пока я повторю этот замечательный дабчик. Реально, мы им продаем сейчас, точнее, мы у них покупаем сейчас... Эфир по 2500. Вот тот эфир, который вы берете сейчас маржинально, не понимаете у кого, с плечом, с дисклеймером, но тем не менее, вы покупаете вот этих баранов, которые потом реально выйдут по 2500 обратно. Поэтому дисклеймер, конечно, но решать вам, как говорится. И тонкий-тонкий момент я вам тут сейчас на самом деле разрисовал. Я вчера это когда понял, я после этого аж спать пошел. Я понял, что все. Походу я все понял. Вот.
Да, поэтому что, отскакиваем потихонечку. Хеджевый шорт по ОМУ. Я пока прикрыл его более-менее почти весь. 250 контрактов держу, так чисто для успокоения души. Чё, ТРДР, ребята, пробежимся по нашему любимому скринеру ТРДРу. Продают только в путь. На часе продают, сильные стены. Ну извините, мы эти стены уже и стоим сколько дней тут. Это уже как бы все, вот мы стоим. И сейчас похоже, что W вот это идет, чтобы пробивать этого продавца. Улетать на 92 тысячи, например. Готовы ли вы к такому варианту, что биткоин сейчас возьмет и улетит на 92 тысячи, например? Скажите мне, или не готовы. Потому что всякое может быть в этом крипто мире, в этом криптодвиже, в этом криптосюре, в этом крипто хаосе. В этом криптодабе, в этом крипторэпе, в этом криптотрэпе, хип-хапе и раге. Я не знаю, что. Все, я вот, собственно, весь короткий месседж, который у меня к вам был, он уже только что я его сказал. Значит, что, все ссылки в описании. WSOT на Bybit все еще идет, поэтому вступить уже нельзя. Но вон, смотрите, как, блин, какие стенки на ТРДРе, какие стенки продавцов на финике, на часовике. Но при этом, какие на том же финике к доллару. Но тут тоже, кстати, продают. Смотрите, мы вот в эту параболу растем, и мы в нее продаем сейчас. Поэтому, друзья, это, мне кажется, наиценнейшая для вас инфа. Может, реально сделать это самый короткий стрим в истории? 8 минут, что, вот я все уже показал, рассказал. Не жадничайте с альткоинами. Да ладно, шучу, повисим еще. Повисим, конечно, еще. Но с альткоинами и правда не жадничать. Хотя вот сейчас, по идее, надо начинать жадничать с ними уже на всю котлету. Уже когда вся своя котлета засажена, как раз можно, по идее, плечами залетать уже, но аккуратненько, конечно, дисклеймером. Ну, то есть, как бы, смотрите, я освежу, давайте так, холодный компресс на ваши эти воспаленные головы. Освежу в памяти. Биткоин пока еще не отсигналивший никакой топ. Нам при этом у нас был вот тут Psycle Bottom. Биткоин говорит нам, что, ребят, вот Psycle Top у нас был тут последний, Psycle Bottom был у нас был тут последний. И биткоин нам говорит, что, ребят, все, я готов. Я готов к Тузамуну. Четвертый халвинг прошел успешно. Полет нормальный. И как бы мы, если что, переписываем all-time хаи. Это исторически супер бычий момент. Особенно, когда 3 года назад это были все-таки еще хаи такие перекупленные, да, там, смотрите, как сильно отваливали вниз. То сейчас-то это уже скорее перепроданное. Это сейчас уже дно с предыдущего цикла. Как вот, как, собственно, вот это дно и оказалось дном, пиком вот этого цикла. Сейчас опять снова пик вот этого цикла, похоже, оказывается дном следующего цикла. То есть, грубо говоря, мы сейчас отсюда как от поддержки улетаем, и потом туда же, например, возвращаемся, условно говоря. Вот, что-то такое я вижу примерно по крипте, если все пойдет по плану. Сайфер зеленый, можно ехать, как говорится. Светофор зеленый. Вы-то что думаете, други мои? Рассказывайте. Рассказывайте. А я пока музончик заряжу, да? ТРДР по эфиру. Хороший вопрос. Сейчас мы по битку-то не по всем биржам пробежались еще. О, Bitstamp. Bitstamp, кстати, который тут плиту показывал, тут тоже сейчас плиту показывают. Поэтому, похоже, нас зажали в новый боковик. It's
Группа EQQ. Кавер на Бьорк. Sex without touching, I'm going to explode. To this fucking head, guys. Надо мне на английский канал выйти. Давно я что-то ничего не говорил. На английском надо практиковаться тоже. Скоро, походу, еще испанский канал CryptoCommons сделаем. Вообще будет жара. Так, что, эфириум, да? Сейчас, секундочку. Душа поет, Гринни поет. Это моя подруга Марьяна поет из Питера. Ну, она уже давно из Европы, наверное, или откуда хрен знает. Марьяна, если ты нас слышишь, привет тебе и твоей новой группе I Am The Morning тоже. Un poco hablo español, gracias. Todo bien. Estudiar un poco. Lente, lente. Trabajo. Nosotros vamos cosinus, tangens. Dancing on, dancing on, dancing on, dancing on, dancing on.
песня вообще, прям струнки, струнки души моей задергала. Сейчас что-нибудь еще мы слуханем у них и дальше попрыгаем. Янка, да, вообще ништяк поет. Так, смотрим мы ТРДР по вашим заявкам, эфирный. Эфирный ТРДР смотрим. Лайкаем параллельно этот стрим заодно. Что мы тут видим? На часе нас купили на Binance, хорошо, вот здесь эфир. Хорошо купили, как вот здесь, как вот здесь. Пока не продавал никто на этом таймфрейме. Эфир поувереннее, кстати, прет. Там таких... ну вот на 30-минуточке, да, по эфиру есть... Уже, в принципе, можно облизывать график. Вот, смотрите, как здесь удачно он давал тоже сигнал. 30-минуточки. Здесь можно, хоп, облизнуть. Попробовать в шорт-скальпик, если вам так хочется. Но вообще дисклеймер, конечно. На бычьем рынке шортить тут такое дело. Сами все понимать должны. Не берусь давать совет, в общем.
кавер на Perfect Circle. Такой сделали они, что ничего не понятно. Так, ну что, хватит издеваться, да, над вами, думаете? А я так не думаю еще. О, вот эту песню мы вместе записывали, офигеть, это демка. Это очень красивая демка, кстати. Вообще вам такого никто нигде ничего не покажет. Это у них издано уже на альбоме I'm the Morning. Глеб там играет, Калядин, еще пианист замечательный. Хотели-то сидеть, что ли, просто в тишине тут это? Ментов рожать?
поехали дальше. Так. Глянем пока, что происходит. А что тут все происходит? Все уже происходит, ребята. Мы сидим в лонге, он растет. Не жадничаем с альтами. Сейчас они тоже отскочат. Лайки главное ставить, не забываем комментарии писать, что никуда не делся розыгрыш, никуда не делся канал CryptoCommons, никуда не делись вы, дорогие наши, кто еще не подписался почему-то, так что исправляйтесь. И в телегу проверяйте тоже, что подписано именно в ту самую, а не в какую-нибудь камерскую платную. У нас все бесплатно, у нас все классно. Ом для души, да. Сейчас все будет. Это... Не суети коней, или как там? Вот где пересекаются даб с пситрансом. В альбоме Diamonds Druids Brew, который вы сейчас слушаете. Реально, недотранс и передаб. Так, для тех, кто сюда пришел не музыку слушать. Для тех, кто сюда пришел не музыку слушать, а прогнозы получать, хоть это дело неблагодарное, вот вам мой прогноз. Идем дальше наверх, но сильный уровень-то сопротивления, на самом деле. Не знаю, как по эфиру, но по битку тоже. Я думаю, что мы его сейчас вынесем, но в целом надо считаться с тем, что это глобально-то вообще all-time high плюс-минус уже там, да? И мы как бы... Можем от него тоже сильно еще вниз сходить. То есть я не исключаю резкого лонг-сквиза тоже.
Хоть мы сейчас и находимся с вами внутри шорт-сквиза, но по сути там уже что, ну наверх-то будем все равно еще расти, еще успеем всех собрать, а вот вниз зацепить тех, кто перед это самое здесь, лишних пассажиров тоже можно, поэтому тут скорее, не знаю даже. Зря, мне кажется, я микрофон просто включил даже. Хотел вам что-то сказать, посоветовать, а понял, что тут ничего не посоветуешь. Только смотреть, сидеть. Ну пока лонг, что? Пока лонг побеждает. Девушки везде красивые, что за вопросы? Разве где-то девушки некрасивые? Прогноз либо вверх, либо вниз. Это хороший прогноз. 100% хедж. Еще в каком соотношении, бы сказать. Смотри, но все равно сильно продают. Binance сильно продают. Мы растем прямо в эту стенку. Мы ее, походу, пробивать идем. Но, блин, но все равно какая-то реакция от уровня может быть. 69 легко можем увидеть. Поэтому шорт скальпите себе в свое удовольствие с коротким стопом там или с длинным стопом, как хотите. Но длинный стоп это не то, что это не значит, что его не вынесут. Длинный стоп это значит, что его вынесут просто реже, и убыток будет больше. И будет равен тому, что вы сорвали бы 3 коротких стопа или там 5. Поэтому длинный стоп куда вы будете ставить? За 71, за 72. Кто сейчас это шортить пытается? За 70 сколько там, all time high, за 73 500, за 74, как бы вот за ними и пойдут, за этими стопами, поэтому пока вероятнее все-таки сценарий наверх мне видится в моменте, поэтому лонгуем. Сегодня мы с тобой лонгуем. Ой. Я вот типа такие эффекты в Different Ways сделал, кто знает сингл Different Ways. Это я угораю на Cork Cowspeed втором, это очень крутая погремушка. Размером с приставку Dendy. Но у вас слышите, что вытворяет? Как будто зашел в уборную. Что там? Допустим, если 1000 баксов наоборот, на 500 баксов 50 монет набрать, по 10 баксов каждую цена ликвидации же будет практически недостижима, чтобы 10 баксовую позицию смыло, неважно, что их много. Слушай, я не знаю, что тебе ответить, я не понял вопрос, братела. Если на маржиналке набрать обеспечение под спот, обеспечение X1, еще монет разных, чуть-чуть прям по монет 50-10 кольцов. Нет, а что значит чуть-чуть прям, воротило? Ты пишешь, если на маржиналке набрать... Это интересно, давай, сейчас разберем. Да. Это очень интересно. Что такое для тебя словосочетание чуть-чуть прям, воротило? Если на маржиналке набрать под спот обеспечения X1 еще монет разных по чуть-чуть прям.
А, ты имеешь в виду продать свой биток? Просто смотри, что такое под обеспечение X1? Обеспечение X1, оно у тебя уже есть. Тебе для этого даже на биржу не надо класть его, понимаешь? Оно у тебя уже есть, и ты его еще не потерял как раз. Вот, в отличие от того, что ты положил на биржу, там уже не факт называется, что. Поэтому обеспечение можно взять еще X1. Это, я называю это X2. То, что вот в первом плече называется, когда это X2 на самом деле. Но если ты продашь весь этот свой биток, получишь за него тезер и купишь альтов, то это, в принципе, на споте делается, и не нужна никакая маржиналка. Понимаешь? А если ты все-таки хочешь под обеспечение еще сверху взять, и пускай даже не X2, X1,5, например, да? У тебя есть, например, один биток? Да что ж такое? Это что все это? У тебя есть, допустим, один биток? А, сколько ты говоришь? 1000 баксов. Вот. На 500 баксов. А, все, все, понял. Видишь, какой этот тупой, сам не прочитал. Ну да, но это называется не X1, а X1,5, то, что ты написал. Да, клади биток на 1000 баксов. Бери 500 баксов смело, занимаю биржи. Хоть в битке, хоть в тезере, только в тезере дороже. Если мы говорим про Фемикс, например, то там в битке ты будешь занять на год 1,3% сети. Пол плеча 0,7% тебе будет на сумму от вклада сверху долг. Ну, короче, 1,3 на, да, 1,3% на вот эту фигнюшку. И ты его сразу же продаешь на тезер, покупаешь на него альты и держишь. И если не скамится все и начинается бычка, то ты в плюсе, да. И это именно так и работает. Это именно так и работает. Все правильно, значит. Ты сам ответил. Ответ содержался в твоем вопросе. Просто вот это по чуть-чуть, там X1, это начинаются всякие. Начинается. Да. Вот это ты все правильно написал. Видишь, тебе пора самому уже канал YouTube открывать. О, Змеев новый вышел. Послушаем. Или ну его в баню. Скучный он, конечно. Да? Сами потом послушаем. Умеешь. Хороший. Нефть идут по 27, когда это доллар ее там 8,6, потом никель там был, по-моему, 8,600. Я точно так же разделяю, говорю, подсознание, это друг. Потом послушаем, потом послушаем. Бесплатную рекламу я ему делаю все время. Надо позвать Сергея Юрьевича к нам на криптогон, походу, да? Ну, вы поняли все те, что криптогон теперь официально называется именно криптогоном. Надо отдать дань Рэмбо и всем остальным. Вот, поэтому я не знаю. Правда, нету в нашем алфавите, не закреплено. В украинском алфавите есть буква Г, кто знает? Кто из Украины? Только не обижайтесь, я по-братски сейчас, как бы, вообще не... Без лишних там. Есть, нету же буквы Г, правильно? Пишется как G, ну, как Г. В Аргентине тоже все говорят Аргентина, Г, там это... Короче, тут тоже все говорят вместо G, говорят Г. Но буквы отдельной нету. Поэтому криптогон точно будет криптогон, но вы поняли, короче, мысль. Опа. Отдыхаем хорошо. Шаут-аут всем, кто присоединился к нашему стриму. Шаут-аут нашему прекрасному телеграм-комьюнити, телеграм-чатику, телеграм-канальчику. Ребятушки. И вам всем. Доктор не дремлет. Фига, чё же мне не говорит, что так громко херачит? Сори.
А, Г только смягченная, с волной сверху, да? Ну вот, видите, будем знать. Прикольно. Что думаем по ноту? Хороший вопрос. Давайте смотрим монеты. Нот BTC. Скам. Нот BTC скам, продавайте. Все, 78-ю фибу профейлили. Все, скамина. Никогда уже не вернется. Теперь только дамп бесконечный. Вот сюда, вниз куда-нибудь. В этот money flow красный прям. Прям в сайфер. Шучу. У дота, ой, у нота не так все плохо, как у дота, кстати, еще. На графике пока. Но, кстати, если нот пойдет по сценарию дота, если нота пойдет по сценарию дота, да не, ну слушай, нот сильно, как бы, а я об этом сразу и говорил, если вы помните, я и про тон это говорил, и про нот тем более, что непонятно, как бы, что, ну, как бы, новый хайп, миллионы монет тапаются, хрен пойми, что, как. И, ну да, как бы падающий клин, с другой стороны, да, там пробитие наверх. Блин, ребят, я не знаю, я не могу сказать, что я... А в чем цены, вообще не понимаю, что происходит. Нот BTC почему-то заглючила, цена стоит, вон, миллиард биткоинов. Видимо, ноль убрали. Угу, не знаю. Не могу сказать, что я фанат нота. Да нет, ну я к тому, что я могу сказать одно, я точно, абсолютно очевидно, что его могут дампить еще столько, сколько это будет нужно. И мы не знаем сколько. Если нот нарисует что-то типа каста или дота, то нахрен вам в нем сидеть, или типа чии. А он в теории такое может нарисовать, тем более что. Все-таки каста, дот и чии — это хоть, извините, проекты. Фундаментальные, с идеей, с рабочим продуктом. А нот — это пуст, ну, фантик на постном масле вообще-то. Поэтому он может и упасть. Вот и все. Но если говорить там, не знаю, про трейд, что интересует в плане нота? В плане нота долгосрочно это пузырь, скам и фантик. Но он может, конечно, и пульнуть, как Dogecoin в свое время, но никто этого не обещает никому. И скорее, да, скорее нет, чем да, точнее даже. Ну, может, пульнет там что-то. Сейчас я все, что будет как рост по ноту, я буду рассматривать как отскок дохлой кошки и назад. Но это мое субъективное мнение. А так-то как бы, пожалуйста. Че? Что в смысле как каста? А ты график каста видел? Там в том-то и дело, что вы учитесь графики смотреть. Вы учитесь не фундаментал, там новости изучать, вот это все корреляции, привязывать там события в мире там. Вы, ну нет, понятно, что выборы, понятно, что ракеты летят, но в целом я имею в виду. Просто безотносительно даже того, что за проект смотришь. Вот, все. Четвертый халвинг битка, а проект после этого складывается еще, понимаешь, в... на 60%. Хорошее заходное, чё? И то же самое, но, еще раз, нот-то с этой, если мы проводим такую параллель, чисто по графику, да, техническому, то нот-то он на самом деле еще далеко не вот здесь, где мы по касте. Нот, он сейчас где-то вот, где-то здесь. Пойди, и пойди разбери, где, вот в чем заключается сложность. Пойдите разберите, где сейчас тут в ноткоине. Вот мы его вбросили, и мы видим все время, нам все время хочется, чтобы он отскочил. Я думаю, что по ноту мы как раз сейчас где-то вот в этой части. Вот мы сейчас будем видеть вот такие по нему ложные отскоки. Поэтому я и говорю, смотрите лучше на то, что уже отпадало, отлежалось, отконсолидировалось и уже развернулось, и показывает, что оно готово, собственно, к следующему циклу. Вот, например, каста. Зеленый money flow, кстати, на дневке. И вообще в моменты пролива других монет каста, ну, локально, я имею в виду, держалась более-менее норм. Даже когда все красное было, она была зеленая. Так что, да. Что значит? Какой был вопрос, я забыл про касту. $70,000 биток, ребята, ура! Лонгуем осторожно.
Ну вот о чем и речь, что нот обновил лой позапрошлую зимой или когда там весной, неважно, позапрошлую ночью, днем. Нот обновит лой за лоем, за лоем, за лоем. Мы поэтому сейчас на касту и смотрели. И я поэтому вам и говорю, что в целом не имеет смысла смотреть на миллионы монет, когда всего бывает три типа графика. Да, монета перепроданная, монета перекупленная, монета в середине. Вот и все. Нет, все понятно, что сложно определить, где точное дно и так далее, но глобально сейчас реально есть три типа графиков. Это монета вообще в супер, вообще переписывает лои к биткоину, что называется. Потом есть монета не переписывает лои к биткоину, это уже она, значит, all-time high бьет к доллару. В основном он Tron там, BNB какой-нибудь, Solana. И монета, соответственно, что? Да и, ну, как бы, да, и третий тип — это что-то среднее, либо, наоборот, супер-мега, там, to the moon, там, а-ля ом. Короче, еще одно отклонение от норм. Вот и все. И, как правило, выстреливают плюс-минус не все, конечно, но там каждая, там, не знаю, пятая, десятая, ну, не совсем откровенного скама, я имею в виду, этих смарт-контрактов. Блин, на самом деле, пузырь. Вот когда начались Binance Smart Chain, Layer 2, 3, вот эти все щит-токены, хрен разбери уже, пойми, что реально. Раньше-то все казалось, что фундаментал по-любому отстрелит. И он реально по чуть-чуть, но отстреливал хотя бы. А сейчас уже даже в это веры нету. Сейчас уже понимаешь, что всех просто нахлобучивают, как только... как могут. Пузырь... тем более сейчас пузырь мемкоинов должны начать сдувать. Вы поймите, этого Андрюшкина посадили, или как там его, Алешкина? Андрюшку Алешкина. Надо аккуратнее сейчас со шлаком. Надо в биток выходить. Пофигу, что понятно, что целого битка сложно накопить. Все говорят, вот, целого битка сложно накопить. Ну так вам потом 0.5 станет сложно накопить. И 0.3, и 0.1. Уже даже на моей памяти это произошло несколько раз. Целый биток было сложно накопить, когда он стоил $300 тоже. Извините меня, это надо взять $300 где-то. А сейчас он стоит уже 60 тысяч, 70 тысяч долларов. То есть в 2,5 раза почти. Ой, в 250, в смысле, раз. Короче, охренеть можно и не встать. Вот в LTC сижу на все, пишет товарищ. Нельзя сидеть на все, но в принципе я поддерживаю... в смысле, как? Я не поддерживаю уже, но я знаю, о чем вы. Я поддерживаю ностальгически. Я тоже так сидел во всей котлете. И, не, и в нужных, и не в нужных монетах. Вот в чем дело. Поэтому психологически сложнее, когда сидишь all-in. Понятно, что он отстрелит. У тебя ж, я понимаю тебя, у тебя сейчас сухой расчет. Что лайток сделает, ну, минимум x2 сделает, грубо говоря, сейчас точно, а то и x10, x20, правильно? Все, тогда вопрос снят. Вопрос снят. Какая разница, на чем делать иксы? Просто если сейчас начнет стрелять, грубо говоря, там Zcash, понимаешь, условно говоря, или там Dash, или тот же Dashtok, даже биток, то вот глупо, что у тебя бы его не было, хотя бы на 10%. Тоже вот. Не надо бояться поменять одну монету на другую. Мы зачастую сидим в своих позициях, не хотим трогать их, как и маржинальные, так и спотовые. Просто потому, что мы уже купили, и нам кажется, что все, нельзя их трогать. Мы же купили лайток по 90, и теперь будем сидеть до 900. А на самом деле, в моменте продав, даже тот же лайток, я сейчас не призываю ни к чему, дисклеймер, просто говорю.
Вот по биток тот же сейчас продав в моменте по 69 970, да вопросов нет. Продал, сделал что-то, купил другое, поторговал, вывел, там что себе сделал, купил потом обратно биток. То есть вообще с этим нет проблем. Но психологически с этим всегда огромные проблемы. Очень сложно закрыть сделку и убыточную, и плюсовую. Вообще ты думаешь, так, надо в ней сидеть, все. Ну, то есть, даже если ты сидишь, у тебя в ней прибыль, и ты сидишь, думаешь, так, ну будет же еще большая прибыль. Ну будет, но она же будет не сразу, будут качели, поэтому забери часть. Забери часть. То же самое, сидишь в убытках в жестких, это очень сложно сделать психологически, я сам знаю по себе. Вон, я сам опять утянул тут 2-3 сделки в минуса без стопов. Забери часть, реально, забери часть убытка. Я вот этого здесь не сделал пару раз, и поэтому сейчас лосю еще сильно. Вот даже сейчас я могу забрать часть убытка. Так что сейчас схожу, перекурю и будем расторговывать. Может быть, заберу часть убытка. Но мой план, конечно, меркантильный, что дадут забрать прям прибыль сейчас, и все будет отлично. Наши щиткоины нас озолотят. Но я думаю, что у вас тоже у многих такой же план. И вы узнаете себя в этом, поэтому ставьте лайк, чуваки, реально. И заходите почаще, колокольчик прожимайте, чтобы уведомления нифига не приходят, я знаю. И чтобы мы снова пробили обратно хотя бы 102 400 подписчиков, потому что, вон, видите, происходит просто какой-то ад. 102 500 пробиваем, делаем кучу розыгрышей, обещаю. Как обычно, все, никто никуда не уходит. Наоборот, забираемся все перед Булраном уже окончательным. We'll be right back.
Так, и что у нас тут происходит с вами? Так, а это немножко нашего анрелиста. Вот это я очень хочу, чтобы мы скоро зарелизили. Доудж выше попер. Давайте посмотрим, что с Доудж. Doge BTC попер выше, ребята. На дневке Doge BTC вырисовывает. О, какие хорошие P-Cycle на нем делают. Слушайте, P-Cycle ботом работает на Dogecoin, ничего себе, и топ. Смотрите, как хорошо показывает. И Dogecoin на дневном таймфрейме только-только выходит. Обратите свое внимание на то, что он только-только-только-только-только выходит из красного Money Flow. Ну, правда, вот тут он тоже так выходил. И Doge вообще монета памп-дамповая, она как бы обычно ходит резко. И вот это не характерно на ней, что такой долгий. Вообще-то, честно говоря, если отбросить все хотелки и таким трезвым взглядом, Dogecoin вообще-то к доллару выглядит как биток выглядел, кто помнит, на позапрошлом уже, на позапрошлом, когда мы стояли на 6 тысячах перед тем, как упасть на 3. Жестко. Вот как выглядит Doge. Если он сейчас продолжит здесь так стоять, то это как бы смотрит на, блин, на вообще куда-то вниз. Это к биткоину он так выглядит. Тут, ну, правда, нет, то был прям симметричный, как это называется, медвежий треугольник просто с прямым дном, а этот, конечно, больше как клин, да, выглядит. Смысл сейчас биток лонговать доминацию видел. А при чем тут доминация дом хотел? В смысле, биток же... Причем здесь доминация? В смысле, альты лонговать сейчас надо? Ты это имеешь в виду? Ну да. Так альты всегда лонгуем. Но биток-то тоже всегда надо лонговать. Даже если биток доминация пойдет вниз, это же не значит, что биток не надо лонговать. Если биток улетит на 100, на 200, там на 300 тысяч долларов, когда-нибудь, может, и на миллионы долларов, как бы, то и доминация в долгую, кстати, я думаю, что тоже вернется туда, куда надо. Но пока все ждут альтсезон, вот его все не происходит. Представляете, как долго, реально, все ждут альтсезон, вот все вот это накопление по доминации, мы все с вами ждем альтсезон. Это длится уже, ну, по большому счету, вот здесь все тоже его ждали, что мы пробьем, давайте так. Поэтому это длится уже, вот, раз, два, три года, да? Два года точно, 2.5 года. И это восходящий клин, это хорошо, по идее, это как раз цель вниз клина, альтсезонище, но что-то пока вот сейчас, видимо, ложное пробитие наверх сначала еще будет. Поэтому это не это вообще не имеет отношения к тому, лонговать биток или нет, к доллару. Мы же весь рынок к доллару априори лонгуем. Весь рынок к доллару, тотал, априори горячий. По таким ценам надо его лонговать в долгую. Вот и все. А всякое говно, типа Binance Coin, надо в долгую шортить, я думаю. P-Cycle Top по нему, кстати, тоже. P-Cycle Top, я не знаю, корректно ли, скорее нет, чем да, но мне нравится смотреть, как он показывает на альтах иногда, и P-Cycle Bottom. Интересные вещи. Ну вот да, с другой стороны, P-Cycle Bottom здесь показал, что BNB сейчас опасно шортить, но в долгую BNB безопасно шортить, я уверен, в долгую это будет, как всегда, вот эти, да, пузыри сдувающиеся, они никуда не деваются на рынке, и неважно, что это, BNB, там, щиткоин, не, ну, BNB, конечно, поликвиднее, да, из-за того, что Binance, ну, тут все уже, посмотрите, тут зеленого было много, и вот она угасает, на самом деле, если вы присмотритесь. Не для того BNB накачивали на 1000 иксов, чтобы не обкэшиться об вас, потом купивших его по 1000 долларов, понимаете мысль? Точнее, для этого. И что я сказал? Именно для того его и накачивали, чтобы об вас обкэшиться. Вот. Чтобы, да, не, чтобы об вас не обкэшиться. Да, я сказал, все правильно. Я так считаю, еще раз говорю, дисклеймер, не финансовый совет. Улетит на 5000 баксов BNB, ну буду не прав, что, в итоге позже это случится, то, о чем я говорю, просто и все, ну, как бы.
Хотя бы яростно сейчас не лонговать вот такие монеты, которые уже на 100 иксах, а присматриваться к тем, которые потенциально могут выдать только первые 100 иксов железно. То есть сейчас мы уже говорим о том, что многие монеты реально смотрят на 100 иксов уже просто в рамках там технического отскока даже. В рамках просто отскока к норме. Ну и то, что мы видим, да, в целом пузырь альткоинов размывается, он уже сдувается, можно сказать, он сдут уже практически полностью, наверное. Хотя еще, конечно, в долгую нет, далеко нет, но я имею в виду, что многие монеты уже настолько перепроданы, что как бы все. Ну вон, любые, еще раз говорю, вот таких монет больше всего, как вот Фил тот же. Вот с таким графиком монет больше всего. И пузырь, я имею в виду альткоинов, вот этот в плане надежды, вот эти вера, надежда в To The Moon, в альткоины, она все размывает. Это то, вот, что они сделали этими графиками, посмотрите. Все же ждали от любой такой монеты, которых большинство, что она сейчас сделает вот так и перепишет и станет новым биткоином, там, новым этим. А оно не сделало все. Оно все не сделало. И вот эти разбитые надежды, сердца, депозиты... семьи, там, я не знаю, может, дай бог, еще что-то у кого-то жизни потерянные. Это рынок, да, он беспощадный, он вот так сжигает нахрен все, сжигает деньги, сжигает время. И потом, возможно, вот это сделает еще вот так. Но это уже игра в Exit Scam Pump называется. Не, возможно, Filecoin признают лучшей в мире сетью, например, да, там по децентрализованному хранению данных. И она запартнерится с Google и там... Ну, тоже это бред. Это оксюморон, я вам сейчас называю, потому что это все против корпораций, против Google, там, против централизации. А все вот эти хайп на крипте связан всегда только с централизацией. Пришли блэкрокеры, пришли эти, запартнерились те, Visa, MasterCard. Что за бред вообще? Мы говорим про крипто. Какой нафиг банковское применение, какой XRP, какая каста? Давайте критично посмотрим. Есть биткоин, есть true история, есть холодное хранение. Мекси. Хорошо, что вы напомнили. Мекси замечательная биржа. Давайте глянем их токен, во-первых. Мекси. А во-вторых, я вам скажу, что будет сейчас акция специально для наших подписчиков CryptoCommons. Будет акция, мы не только на Байбите торгуем, на Пионексе. Будет акция и на Мекси тоже для вас, дорогие. Поэтому обязательно сделайте вот что. Если у вас там нет еще аккаунта, вот сейчас самое время и сделать, чтобы потом получить какие-нибудь приятные бонусы. А нету нифига ссылки на Мекси. Как так? Обновлял же я недавно. Сейчас сделаю ссылку на Мекси. Сейчас в описании сделаю ссылку на Мекси и вам пришлю тоже. Это важно. И акция, это я вам еще до акции объявляю, что она будет. Акция будет, и она будет хорошая. Она будет хорошая. Будут, ну не буду, короче, вас вводить в заблуждение. Будут, явно будут бонусы. Будут бонусы какие-то, то ли депозитные, то ли чего. Я вам расскажу об этом буквально завтра-послезавтра, как придет инфа. Но я просто говорю, что если нет аккаунта на бирже Мекси, регистрируйтесь по нашей ссылке, если его еще у вас нет. Это лучший способ поддержки канала, на самом деле. Если вы регистрируетесь по партнерским ссылкам, ребята, это пустячок, а приятно, что называется. Так. Так и что про Мекси ты говоришь? Нормальная биржа вроде. Ну, как бы, я не знаю, жалобы если есть, пишите. Вроде особо нету. Ну, бывает на всех биржах у кого-то бывают жалобы, кому-то морозят, потом размораживают там. В целом, я на ней торговал достаточно мало, но я торгую здесь на споте, покупаю Мекси токены, собственно, в основном. Что еще я тут делаю? Торговал на фьючах тут. Расскажите мне, что тут есть. Я сейчас собираюсь как раз, вот когда озвучивать буду вам акцию, буду сам тоже в этом участвовать, получать бонусы, видимо. И смотреть. Coin Margin Futures у них есть, по-моему, только биток эфир, да? Или только биток вообще? А, биток эфир, да. Как на Femex. Inverse, только биток эфир, фьючи к доллару, все что хочешь. Кстати, монет реально у них дофига, там всякие. Я не знаю, чья у них появилась, нет? Чья появилась фьюч, вообще нормально. Я имею в виду там всякие редкие, те, которых не было тоже. Потом, что у них еще тут есть? Хорошая биржа, Мекси. Только если можно вот убрать вот эти навязчивые уведомления, потому что мне все время выскакивают по три раза. А так, да, будем использовать, походу. Kickstarter там норм. Я бы вот застейкал Мекси эти токены, там нет у них такой опции.
А MEX CBTC пошел на перелоу на красном money flow. То есть его, по идее, вот как раз где-то сейчас и надо ловить. На вот таких вот экстремумах. Здесь тут уже, смотрите, пошло вот так все. Оно сейчас начнет отскакивать и расти в какой-то момент, я думаю. Что значит MEXC блочит тех, кто из РФ? Это повально. Каким образом блочит и что, потом не разблочивает или что? Должны же разблочивать, вроде все нормально, ни скам никакой. А, Kickstarter, ты забираешь бабло в новых токенах, сливаешь их или что? Как? Я просто не знаю, давай я тоже буду делать, может, это. Я просто сейчас как раз вот такие штуки ищу на биржевые токены, да, там стейкинг и прочее. Короче, будем разбираться сейчас с MEXC, я понял, но это будет чуть дальше. У нас осталось 2 дня, друзья, на Bybit, WSOT, нужно пропампить себя и нашу команду, еще можно успеть. Эти 2 дня могут все изменить, как в шахматной партии. Под конец уже ход пешкой. Вообще легко, кстати. 163 место мы, команда. О, я уже вышел 27. После вы сделали? У кого был негативный PNL, ROI, RESET? Сейчас уже не надо его делать. Накапливайте зеленый PNL. И, возможно, у нас что-то получится. Хотя, конечно, шансы уже стремятся к нулю. О, новая команда вышла на первое место, Dopamine. Да хорошая биржа, да. Гриня, скажи, пожалуйста, доволен своими позициями? Да нет, я не доволен своими позициями, в том-то и дело, что я сижу в просадке до сих пор, хотя уже биток 70 тысяч. Но я больше, скажем, я доволен дабчиком вот этим, который сейчас звучит. И я с гордостью вам хочу сказать, что я им доволен. Просто невероятно. Но надо чуть-чуть его доделать еще, немножко подперчить, приправить. И да, ребята, на I Think So тоже подписывайтесь на наш музыкальный, если еще не были. Набираете просто... А, даже набирать не надо. Идете на наш канал, крутите вниз. Дайджест сегодня новый вышел. Классный, спасибо, BlaBlaCrypto. И вот он наш I Think So музыкальный. Кто заинтересовался, там есть этот Bubble Dub. Вот, собственно, мы его играем там вживую. Он еще даже не вышел. А мы его там уже играем вживую. И картинка красивая была очень. Так что, кто не был, подписывайтесь на наш музыкальный канал тоже. Пользуюсь случаем, как говорится. Thank you.
Я доволен тем, что все отскочило в целом, да. Не то, что своими позициями. Я вот думаю, может, Хеджеву что-нибудь шартануть? Омчик? Можно. М? До 1000 контрактов доберу свой хеджевый шорт, вот, на полторашку и успокоюсь. Ликвидация 14 баксов, сейф. Если пойдет выше, буду добирать. Вообще, по идее, надо еще больше, конечно. Сколько сейчас дадут добрать? Ооо, 15 тысяч контрактов. Не, ну это пипец. Вот если сейчас добрать, например, 9 тысяч контрактов, то это будет... Цена ликвидации, надо считать, где он сейчас не пишет, вот тут почему-то. Вот. А, уже будет 2,60. Вот это уже будет опасный шорт, потому что за такой ликвидацией могут сходить. Ну там, правда, прибыль с лонгов тогда будет по другим монетам, наверное, баснословная. Но тоже не факт. Может весь рынок дампить, а ОМ сходить на 3 бакса и ликвиднуть всех шортистов. Поэтому я бы пока не брал в большом плече по нему шорт. Но в небольшом потихонечку можно, мне кажется, так, что, накапливать. На свой страх и риск. Со стопом, с дисклеймером. Ну вот, давайте свою криптобиржу, я про это и говорю, давайте свою криптобиржу труда вот такую мутить. У кого пшеница, у кого что, сырьевые товары. Мы об этом сейчас и будет, завтра уже буквально, я думаю, выйдет видос, ребята. Я очень сам жду, не дождусь уже этого видоса, когда он выйдет. Спасибо Тёме, который перевел текст. Это даже не видос, это будет, по сути, аудио. Подкаст Рика Рубина и Джека Моллерса. Там я могу немного заспойлерить, там просто интересная как раз очень тема. Вот он, этот план, сценарий. Вот, и он пишет про то, что его... И там с этого начинается, что ему про биткоин рассказал отец, а отец был... работал в финансовом секторе, и дед был председателем Чикагской торговой палаты. Чикаго биржа появилась, собственно, очень давно, еще в 60-х. И вот, они сделали, собственно, биржу для того, чтобы не впаривать грошовые акции, как Wall Street, да, там, а Чикаго – это полная противоположность, он говорит. Чикаго поднялся на сельском хозяйстве, и вот, собственно, все зависело от... урожая, основные продукты, пшеница, кукуруза, соя и так далее. Они основали финансовые рынки, чтобы переложить риск производства этих товарных знаков, этих товаров на рынок. Плохо, если фермер, выращивающий кукурузу, волнуется о том, что спрос на его продукцию может в будущем упасть. Он фермер, он просто должен делать продукцию максимально высокого качества. Прикинь, вот ты фермер, и тут начинается ковид, ну и так далее. Посмотрите, короче, очень интересный подкаст. Завтра, думаю, что да, он уже выйдет, все-таки там большая работа над ним ведется. Это ведь действительно так, все эти фьючерсы, это же изначально были поставочные фьючерсы там на нефть, на это, на пшеницу, на рис, на сахар. Это все не для того, чтобы спекулировали, думали, что поднимают, а
сливали баблишко. Это уже потом, как побочный продукт все этого оказалось, и начали, таки поняли, и, типа, о, ну дайте вам еще тогда крипту, дайте вам плечо 100x, да. Возможно, кстати, что не удивлюсь, если Сатоши Накамото окажется из Чикаго. Может, это и есть отец Джека Малерса? Надо попросить эти... Как они называются? Я забываю все время. Которые проверку, про... которые фильм выпустили про Сатоши. Из HBO, да? HBO надо попросить проверочку провести по поводу папы этого Джека Малерса. Но я угораю, если что, если кто не понимает. Да у нас ничего не произошло, в том-то и дело, с криптодедом. Ему просто ликвиднуло уже и кукуху, и все остальное, походу, и телефон, и деньги. Так что он где-то странствует, я об этом ничего не знаю. Thank you.
Thank you.
Просто смотрите, какие-то массовые отписки. Массовые отписки. Люди, наверное, думают, что за херня, музыка играет, и все, наверное, это скам какой-то. QR-код крутится, скамейна, скорее всего, засаживают. Их право, мы их не судим. Придут в конце бычки, как я уже сказал. Придут в конце бычки. По 10к эфир покупать. А мы им уже его продали, считайте, по 2500 обратно. Купили у них, точнее, его. А мы уже у них обратно его купили по 2500 из прошлого. Задним числом. Вот что сейчас происходит. Вот в эту дверь сейчас мы с вами входим, а они из нее обязательно выйдут. Обнажим мы об них, но это все происходит во времени еще. Это ловушка временная, понимаете, какая спираль происходит. Не только с биткоином, с любым активом. Вон, капитализация биткоина уже, точнее, объем транзакций, обогнал визу и мастер-карт вместе взятые, блин. Песня о вреде наркотиков, ваша любимая.
О, доктор, если ты смотришь, твоя бас-гитара сейчас вступила из Тигра. Дима, доктор, ты на связи? Из Колумбии. Слушайте, как наш подписчик на басу круто играет. Тут и Е, правда, тоже на басу играет, поэтому хрен пойми, там две басухи. А Грин на барабанах в этом теке. Ну чё, локально вижу медвежью историю на пяти минутках. Смотрится, как будто на перехай пойдем все-таки. Ну да, на пяти минутках вот такой микро медвежий треугольничек нарисовали. Можно шорт, скальпик, маленький хеджевый взять, чтобы успокоиться. На сколько мы стоим? На 0.5 битка лонг. Ну вот на 0.05. На 0.1 битка, на 0.05 битка в шорт можно встать.
и успокоиться по хеджу. Оп, даст он нам. Да, вот. Все, на 10% от позы встали в шортик и стоим. Вот он, хедж, биткоин трейдинг, ребята. Специально только для вас. Только для вас, друзья. Обратите свое внимание вот туда. Хедж сделка. Хеджевая сделка. Зашортили чутка на 10% от позы. Не, можно зашортить хоть на всю котлету встать. Тут похеджироваться, пошортить, но это нервотрепки больше. Поэтому нормально все, короче, потихонечку. Лучший враг хорошего. Новая дневная свечка открылась. Новый день погнал. Ну что, всех с новой дневной свечкой, ребята. Давайте ее посмотрим. Может быть, тогда. Дневная хайканаши, бодрая свечка открылась. Дневная обычная свечка открылась красная. Обратите свое внимание опять же на это. Дневная свеча по биткоину открылась красненьким 10 минут назад. Спасибо за эту мысль в чате. К доллару тоже мы увидим, что... Где у нас... Точнее, к доллару, к эфиру. Эфир к доллару то же самое, да. Ну, кстати, эфир к доллару при этом еще так далеко от хаев. В отличие от биткоина, что показывает слабость эфира на самом деле. Но в любом случае это все красные свечи, а вот хайканаши зелененькие свечи. Даже по эфиру. Даже по травале. Даже по дэшу, ребята. Все зеленое. Хайканаши зеленая. Дневка, это очень хорошо. В целом. А биток вообще вон. О, ну все, нет, доминация, как бы да. Биток идет походу на сотку, а потом альтсезон, что ли, так, не знаю. И так, и нет, все двоично, все двояко очень на этом рынке. Вот что я вам хочу сказать. Кстати, у меня микрофон не громко, не заклиповывает иногда. Я могу, да, я его, пожалуй, тут чуть-чуть должен прибрать. Вот, мне кажется, что так сейчас лучше должно стать. Ну-ка. Да, я думаю, что так будет чуть лучше, но мы потом проверим. И обратите внимание еще для тех, кто учится торговать, что я, открыв хеджевый шорт на десятую часть позиции, я снизил цену ликвидации себе сильно. То есть, еще раз. Сейчас я его закрою, мы посмотрим еще. Но я, правда, заплачу комиссии-то 3,5 доллара. Потому что я по рынку вылупил. Ну, хрен с ним, да, чтобы показать. И мы посмотрим, где будет цена ликвидации. Вот, если даже я сейчас сокращу этот хеджевый шорт сильно, да, вот, сокращу хеджевый шорт на 99%. А, он так не даст. Короче, закрою его просто, сейчас мы посмотрим. Вот он в плюс, кстати, даже немножко выходит. Ничего себе.
Ладно, постоим. А, просто сейчас цена ликвидации 41 370. Вот она плавающая у нас тоже, потому что депозит в крипте. А если мы закрываем, вот 41 378, закрываем шорт, оп, 44, видите, то есть на 3000 долларов почти цена ликвидации стала ближе к нам, ну то есть опаснее стала ситуация, потому что мы, соответственно, как будто вернули опять эти лонг, этот лонг на 0.05. Так, это был короткий хеджевый шорт от Грини. Вообще, на самом деле, надо, походу, большой брать. Можно вообще хедж-замок взять. Вон у нас вход в лонг хороший. Можно взять хеджевый замок, чтобы если мы упали, то мы не потеряли всю фигню. Сейчас чуть-чуть отскочим, и мы будем брать хеджевый шорт, походу, ребята. Хотя, опять же, мы сейчас весь бычий рынок с вами про хеджевые шорты будем открывать, а он все будет расти и расти. Поэтому дисклеймер. Своя голова должна быть на плечах, а не там... А то я вам тут сейчас наговорю всякого. Ну вы поняли, я уже нарратив меняю сам в сторону того, что что-то все не верят. Сам не верю. Шорт. А на самом деле, вот все, помолитесь, как говорится, и держите на споте спокойно, и будете вознаграждены. Нормально играет Дима, наш подписчик на басухе. Слышите? Вообще разрыв, по-моему. Это просто демка. Это как бы, ну, запись репетиции какой-то звучит. Check it out.
Так, короче, дисклеймер, не финсовет, я добираю МНТшку. По чуть-чуть. Наверняк. Усредняю цену входа. А что остается? Дэшек. Куда в наши дни без дэшека? Маржи вон сколько налили, тем более. Высвободилось просто от того, что все отскакивает. Во, вот это уже серьезная позиция. 2000 дэш. 80 тысяч МНТ. Атом надо возвращать. Аудио, в принципе, тоже я бы хотел нарастить. Мне очень нравится, как ходит аудио. Атом что-то пока у нас отстает. Полка Дот тоже, да? Но они начнут пампить обязательно. Они никуда не денутся. Атом надо по-любому, по чуть-чуть хотя бы, но наращивать. Позицию. Это сколько у нас? О, такого, да, так столько у нас нету. Ну, атом по чуть-чуть будем наращивать позицию. Я думаю, что это все не зря тоже мы делаем, ребята. Что-то мне подсказывает. Такое ощущение есть. Аудио 120 тысяч контрактов. Пускай будет. Во, нормально. Потихонечку, потихонечку, чтобы было что разгружать. 130 тысяч даже контрактов. Возьму по аудио. Все, сейчас догрузимся, стоим. Но опять же, хреново я так сделал, потому что не на что шортить. Надо в хеджевый шорт по ОМУ еще зарядить. А то сейчас так догрузишься в лонги на всю котлету и до свидания. Значит, надо еще шорт по ОМУ залудить. Не, дисклеймер, конечно, еще раз говорю. Это просто я угораю на самом деле по-своему. Это чисто моя техника. О, 777 ликвидация по ОМУ. Ну вот хотя бы так. И раз уж мы говорим про такие серьезные лонги, то ну надо еще хеджу шортить. Просто не надо по рынку сразу на всю котлету шортить. Рано. Рано шортить на всю котлету даже ОМ. ОМ свозит повыше. И там мы шортанем. О, а на сдачу мы можем на споте запампить касту, кстати. Любому. Мы можем с вами пампануть немножко касты. Просто купив ее на споте. По 1.5, пофигу. Выкупаем касту с рынка. На 500 баксов. 35 тысяч касты дайте нам. Не дают уже, все. Чуть меньше, на 496. Что ж такое-то? На 450 баксов. 30 тысяч, 31 тысяч каста. Бам! Еее, ребята. Мы только что с вами запампили касту на несколько микроцентов. Я просто на 500... Я купил по маркету, шлепнул и на процент поднял цену. Ну вот, на 0,5. 500 баксов. Давайте устроим флешмоб. Могут, кто еще есть? У кого есть лишние 500 баксов? Пропампить касту. Ну, мало ли, кто-то срубил, может, сейчас с хеджа или там с лонга. Круто. И это все ничто, видите, отдаляясь на дневку, это вообще ничто. Это никто еще даже расти не начинало. Представляете, что с ней будет, когда ее реально пампить начнут. Круто, я купил 30 тысяч касты только что. Еее. Ништяк. Пампим вместе наши монетки. Долго.
Че, вы поняли, как вам доктор на басу, нормально?
Битвик? Да, все отлично. Так, Василий, тебе что? Мне просто Ваня. Нет, мне просто Ваня немножко добавить. Раз. Пума! 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 Да, огонь. Пума! Пума! Сейчас откроется Азия и голосуем, что будет. Ребята, создал опросик к вам. Ну-ка, памп или дамп? И во сколько Азия, да? Через полчаса, что ли, или во сколько? Это мы слушаем вообще какие-то наши репетиции.
А, ну все, значит, у нас запоздалое голосование с вами. Уже открылась Азия. Что будет дальше? Thank you.
Не, ну все-таки, конечно, продают. Активно, мы прям в продавца растем, и... Я думаю, что надо хеджевую историю все-таки не совсем отрицать здесь. Хеджевый шортик на 15 минутках. Вот тут диверочек отрисовался. На 15 минутках можно и... поэкспериментировать. Миллион сатоши продадим для начала, чтобы успокоиться. И работать будем с хеджевым шортом. Вот. Вот это выгодная вилка. Видите, у нас все лонг в плюсе. Цена входа в лонг выгоднее, ниже, чем цена входа в шорт. Это выгодная вилка. В нашу пользу. Цены ликвидации по шорту нету, но он отодвигает цену ликвидации по лонгу, по идее. Начнет отодвигать. Если мы еще миллион сатоши продадим, вот, он начинает отодвигать цену ликвидации по лонгу. Как будто бы мы закрыли 0.02 из лонга, из 0.5, у нас теперь 0.48 сейчас. Берем еще один хеджевый шорт миллион. Минус 3, вот, все. Теперь еще дальше цена ликвидации стала. Как будто бы у нас позиция 0.47. И вот таким макаром можем, да, ее довести до 10%, чтобы было легче что видеть. Вот. Цена ликвидации еще дальше уходит. И как будто бы у нас позиция 0.46 сейчас. И... мы этим просто с вами хеджируемся от... риска того, чтобы все потерять. Все, вот одна десятая часть позиции в шорт. То есть как будто бы у нас сейчас с вами позиция 0.45 биткоина в лонг просто. Но при этом мы не теряем цену входа ниже 70, что если мы в долгую этот лонг собираемся держать, то мы не хотим терять точку входа 68 400, пускай и без того уже не самую идеальную давно.
Поэтому мы и будем работать с хеджами и шортами. Если они не отрабатывают, то извините. Все, вот он пошел наверх. Мы просто сейчас, у нас прибыль, у нас сейчас должна убыток по этому шорту не при, ну, быть гораздо меньше, в 10 раз меньше, чем прибыль потенциальная по этому лонгу. Вот и все. Так что это замок обычный. Thank you.
расскажу своим внукам, что это была криптобиржа. Все, ладно, ребятки, с вами очень классно.